Почему таракан обратился за помощью к тебе? Он здесь давно. Наверняка есть другие, готовые выполнять его поручения. Он знает о нас с тобой больше, чем говорит. Будь осторожен, любимый. Похоже, этот чокнутый старикан и сам неплохо справляется. Может, Нигисано. Niin kuin наула пишет, а я вастаю. След из дохлых крыс. Вряд ли это совпадение. Kaverilla on jonkinlainen pieni muotoinen fiksaatio Lothrottiin. Tää heiluu niin kaksi sotilasta. Сидит. Все, быть на чеку.
Tässä osaa päähän, kun alatko heittää niinku. Vaikka meni hyvin, mut sitten meni tosi paljon huonommin. Сколько же здесь крови? Нар здорово его потрепало. Надеюсь, он еще жив. Tuosta musta talkkeri on tulossa nyt. Tämä on kyllä uskomaton rokkafiksaatio tällä tyypillä ollut. Sitten ei voi mitään, että joutuu... Tappelu seuraavaksi päällä. Давай! Ты нашего друга убил. Скажи спасибо, что мы спешим. Не торопи его. Хочу посмотреть, как он старается, прежде чем получить свою... Прибыл на последнюю известную зачем-то. Я смотрю, у тебя полно сюрпризов.
Не, ну так. Это еще не конец. Omaa hautaansa kaivamassa, mutta toisin kuitenkin kävi. Mielenterveys on taas vähän niin. Aika lailla lopussa. Se kunnossa. Само привидение привело тебя сюда. Я слишком важен, чтобы меня застрелили шестерки из нар. Кажется, нашим путям суждено пересекаться и дальше. Может, тебе примкнуть к нам? Ты меня подвел. А сейчас предлагаешь присоединиться к команде? Ах, и самонадеянный ты, мышонок. Из-за тебя мои секреты попали прямо в лапы крысиного короля. У меня не было выбора. Я должен был узнать о Татьяне. Если бы я все сжег, я потерял бы свой шанс. Я понимаю, мышонок. У тебя доброе сердце. Иногда оно мешает тебе принимать решения. Но что было, то прошло. Теперь крысиный король пронюхал о моих ходах и норах. Мне нужно новое убежище. Я присоединяюсь к тебе. Ei muut kyllä sanoa, että olisi ollut turha tappelu tuossa äsken, että pistänyt sen kaivamaan omaa hautaan. Syyttää sitä kuolemasta. Хочу задать тебе пару вопросов. Пожалуйста, отвечай как можно точнее. Это важно. Я совершенно точно постараюсь, мышонок. Для начала расскажи, откуда у тебя музыкальная шкатулка Татьяны? Она пришла ко мне. Женщина. В красном платье. Пришла к тебе? Когда? Мои сны. Она годами преследовала меня во снах. Она сказала, где найти эту штуку. Шкатулку. Я тебе упоминала. Что именно она сказала? Она сказала, что ты можешь сыграть важную роль в борьбе с крысиным королем. А еще хотела, чтобы ты нашел шкатулку. Чтобы убедился, что все это по-настоящему. Она мне тоже постоянно снится. Сначала я думал, что это просто мои фантазии, но... Нет! Не говори так! Она абсолютно реальная! Даже не смей в этом сомневаться! Зачем Нар пыталась тебя убить? Разве это не очевидно, мышонок? Для меня уже ничего не очевидно. Я единственный, кто стоит между человечеством и крысиным королем. Кисми, его слуги постоянно пытаются убить меня. Роттакунинер. Может, выйдешь из роли на минутку? Кто ты такой на самом деле? Из какой роли? Тут все совершенно по-настоящему. И сам таракан куда более настоящий, чем ты. В твоем имени есть какой-то смысл? Таракан, он таракан и есть.
скромная тварь, возродившаяся из пепла чернобыльской катастрофы, мелкая, живучая. Я был обычным человеком, как и ты, мышонок. Но провидение призвало меня на борьбу с крысиным королем. Так появился таракан. Ладно. Готов узнать, что нас ждет впереди? Игорь! Игорь, разговор есть! Тут серьезное дело намечается. Что на этот раз? Кое-кто прилетает в Капачи. Большая шишка. Есть шанс его перехватить. Ага. Но действовать нужно быстро. А кто он? Это большая шишка. Без понятия. Но он вроде как один из главных в НАР. Из этих, которые в костюмах по 100 тысяч рублей. Маловато информации. Может оказаться пустой тратой времени. Я тебе точно говорю, нужно проверить. Только представь, какие сведения можно из него вытащить. Сходи и сам проверь. Лады? Я знаю там место с отличным обзором. Ладно, но договоримся на берегу. Спрашивать буду я. А то если ты начнешь что-то из него вытягивать, он этого, скорее всего, не переживет. Без проблем. Как скажешь, босс. Отмечу тебе нужное место на карте. Tuo tarvitaan haistia varten. Tästä me ei tiedetä, mikä se on olevinaan. Mut jotain papereita sain. Tää voi olla myös väijytys. Может, это поворотный момент, Игорь? Могущественный союзник в таком опасном месте может все изменить. Ты всегда был таким доверчивым. Очень хочется верить, что тебе это не навредит. Семон он роттакунингас. Toi on jotain. Sitä on ehkä parasta olla tietämättä, että mitä se on.
taas partio jotain jonkun asian takia täällä. Sieniä kasvaa kiven sisässä. No. Pakko sen uskoa. Jostain syystä hengastaisi. En tiedä miksi. Saattaa liittyä questiin tai olla liittymättä. Maksi. Katolle pitäisi päästä. Mitenköhän tän menikään taas? Mä en muista ihan täysin, että miten tonne pääsi. Ja.
Pitääkö se mono tapattaa mut? Tulee ehkä... Ei niin, nyt musta stalkeri on kanssa pomppaamassa kohta jostain. Okei, missähän se oli se portaat myös? Tässä. Tosi avonainen paikka. Наверное, это и есть документы, которые мне оставил профессор Семенов. Taas vankina. Доложите, как только вернется патруль, сержант. Добро пожаловать в мир живых, Хименюк. По крайней мере, на некоторое время. Моя фамилия Козлов. Я руковожу службой безопасности НАР. Хотя, ты, наверное, уже в курсе. Знаешь, я сыт по горло этим дерьмом. Каждый день одно и то же. Охранять зону от нарушителей и чокнутых, которые достают моих людей и не дают нам спокойно работать. Если бы ты был очередным темным туристом или сталкером, или как там эти идиоты себя называют... Было бы куда проще. Но мы оба знаем, что это не так. Ну что, ты готов поговорить со мной на чистоту? Как мужчина с мужчиной? Почему нет? Поговорим как цивилизованные люди. Здесь проводится крупное исследование. Очень важное. Ты об этом знаешь? Поэтому ты здесь, так? Может, тебе сложно в это поверить, но все это просто бизнес. НАР заплатила украинскому правительству кучу денег за доступ к этой земле. И все равно к нам относятся как к оккупантам.
Из-за чего? В зоне опасный уровень радиации. Эти селюки предпочитают сдохнуть от рака, вместо того, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь на своих огородах. Мы оказываем этим чокнутым самоселам услугу, не позволяя им соваться в пекло. Разве нет? Патруль вернулся, генерал. Говорят, есть новости. Отлично, как раз вовремя. Прошу прощения, Хименюк, я скоро вернусь. Это еще не конец. Нельзя, чтобы все закончилось вот так. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Помоги. Умереть. Игорь. Тухну за револьвери или... Халутко тюпит он вааралась. Jaa, mitä jännää nyt tapahtuu? Нар схватили таракана, но ты спас его от смерти. Он с радостью присоединился к тебе, как только ты предложил. Обыскивая убежище таракана, ты отключил ловушки. Теперь бойцы Нар легко смогут попасть сюда. Ты не стал снова активировать их, поскольку беспокоился, что на них могут случайно наткнуться обычные люди. Михаил хотел, чтобы ты стер сервера Нар, но вместо этого ты решил поискать упоминание обо мне. Давай, Игорь, измени прошлое. Он сам себя подорвал, что ли? Черт! Михаил! Миша! Я в норме! Только не подходи к... Кто-нибудь... Выбирайся оттуда! Да не волнуй! И жаль, что ты... Нахер! Готово. Надеюсь, вам это не понравится.
Ты спас Михаила от отравляющего газа. Он с радостью согласился присоединиться к твоей команде. Посмотрим, что случится, если ты изменишь это воспоминание. Игорь, ты как тут оказался? Ух ты, боже мой! Это все я натворил? Мы еле ушли живыми. Похоже, противогазы бракованные. Но галлюциногенный эффект сходит быстро. Я прямо с ног валюсь. Показалось, что вижу маму. Это я умирал, что ли? Оставь меня тут! Пойдем со мной на базу. Тебе не помешает. Ты только не пугайся. Обыскивая убежище таракана, ты отключил... Ты не стал... Эти события еще не произошли. Ты поговорил со своим бывшим наставником, профессором Сим. Он пытался убедить тебя в том, что он обычный скромный ученый на службе НАР. И вот тухота myöskin niinku... Муистоя. Михаил попросил тебя спасти его раненого партнера. Костя попросил тебя отдать ему припасы самоселов. Тогда он сможет отстранить Матвея от дел и управлять поселком по-своему. Ты согласился с его аргументами и по... Jännä, tässä on kaksi keltaista valoa ja yksi valkoinen. Ты нашел Глеба и выпустил его. Давай изменим прошлое, Игорь. Выпусти волчонка! Ребенок был здесь безопасен. Хотел бы я поступить иначе, но Ольга права. Нельзя рисковать безопасностью мальчика. Пока что Глебу лучше остаться здесь. У него есть еда и все необходимое. Вот и правильно. Мы позаботимся о Глебе позже, когда придет время. Обещаю. Плохая идея. А что, если сюда заберется кто-то? Ну или что-то недружелюбное? Ты этих охранников без проблем обошел. Ты прочел отчеты об экспериментах НАР. Если хочешь, посмотрим, что... Послушай меня внимательно, Игорь. Это исследование маму уже не вернуть. Ты должен... Мы сможем заглянуть в голову крыс... Tänään pitää tänään. Muiston sellaisena. Эти парни говорят правду. Зачем? Это вие kohtauksia, mitä ei ole nähty.
Täällä on nyt jotain uusia juttuja. Таня, помнишь, это место называли Блюдцем? Мы сюда часто приходили. Ты постоянно меня дразнила. Я люблю тебя, Игорь, ты знаешь. Но это не значит, что ты можешь успокоиться. Я хочу, чтобы в этот раз ты по-настоящему бросил себе вызов. Никаких больше книг, никаких уравнений или квантовой физики. Когда ты допьешь чай, я хочу, чтобы ты взял меня за руку. И мы пошли на каток. Тут тебе наука не поможет. Но ты не беспокойся. Хоть я и была чемпионкой Мурманска, я тебя пожалею. Ei pala ylös, kun tuo, että... Löytäisikö sieltä kamat ilman samana? Pääsin karkuun sentään. Tarkanen, se oli kyllä hyviä taita. Я больше этого не вынесу! Ага. Эти пытки! Эти мучения! Что происходит? У тебя видение? Я вижу женщину! Девушку! Ей ужасно больно! Что? Она привязана к дереву! Вокруг нее! Целая куча крыс. Они жрут ее живьем. Нет! Я не могу на это смотреть. Они вгрызаются в нее, пожирают ее плоть, пьют кровь. Что ты несешь? Что за бред? Как же голодны эти крысы. Ты не представляешь, на что способна голодная живая тварь. Кулак на острове Назима. Тысячи городских мышек отправлены прямо в ад. Там был и мой отец. Что-то припоминаю, но ведь это было еще до войны, разве нет? Да какая разница, мышонок? Прошлое, настоящее, будущее. В глазах крысиного короля все едино. Это ужасно. Жаль, что твоему отцу пришлось пережить такое. Трехразовое питание. Вот почему мы еще не скатились до этих крыс. Обезумевших от голода крыс. Опять ты про своих крыс.